Администрация промышленного района Самара рассказала в своем телеграм-канале, что в День памяти и скорби в сквере Родина прошло торжественное мероприятие. Возложили цветы к памятнику женщине-матери и почтили память героев минутой молчания. Цитата: «Мы в неоплатном долгу перед теми, кто защищал отчизну в боях, не щадя себя, совершал боевые подвиги в тылу, кого замучили в концлагерях, кто так и не дожил, и не дождался, и не встретил дня Великой Победы». Конец цитаты. Администрация железнодорожного района пишет, что жителей Самары приглашают принять участие в конкурсе экологического проекта «Экодвор». Это мероприятие в формате праздника с раздельным сбором отходов, пунктом обмена вещами и книгами, мастер-классами, играми и квестами. Такой формат привлекает большое количество людей и помогает в увлекательной форме рассказывать участникам о раздельном сборе отходов и других полезных и выгодных эко-привычках. Конкурс продлится до 30 июня. В детском лагере «Волжанка» прошло закрытие первой летней оздоровительной смены. По этому поводу ребятам и вожатам был устроен прощальный концерт, в котором принимали участие все отдыхающие мальчишки и девчонки и выступали с яркими творческими номерами. Самые активные были награждены памятными подарками. Концерт прошел в теплой дружеской атмосфере, после чего ребят ждала прощальная зажигательная дискотека. Об этом сообщают в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и соцподдержки Самары.